Всем привет! С вами канал Лакшми Голд. Сейчас мы находимся в парке Дружбы Народов в Киеве. Он находится на Трухановом острове. Сюда можно доехать по Московскому мосту. Справа от остановки на Московском мосту огромная парковка, правда, она платная. В выходной день 50 гривен, в обычный день рабочий 30 гривен. Сразу за парковкой находится два парка. Первый парк — это X-парк, парк экстремальных развлечений. Здесь можно покататься на водных лыжах, на байдарках, на скутерах, на квадроциклах. Дети могут попрыгать на батуте. Есть детские аниматоры, проводятся детские дни рождения. Очень понравился зооуголок. В зооуголке мы наблюдали, есть волнистые попугайчики, шиншиллы, кролики, морские свинки. Огромное кафе, небольшие домики с барбекюшницами, в которых можно отдыхать целый день со всей семьей или с компанией. И дальше сразу за X-парком находится Райна парк или Носорог парк. А здесь опять-таки домики с барбекюшницами. Можно поиграть в аквабол, футбол, волейбол, бадминтон. Есть прокат велосипедов. Разные аттракционы, услуги аниматоров для детей. Здесь тоже люди отдыхают большими компаниями, семьями, проводят прекрасное время. Есть кафе, в котором можно отдохнуть. У всех хорошее настроение летнее. Итак, с вами был канал Лакшми Голд. Если видео вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!